Всем привет, Оксана из Алабамы. Хочу зарядить вас на весну. Сегодня 11 марта. Я тут нашла в одном спальном районе, как цветет кизил. Догвуд три, как собачье дерево здесь называется. Видите, какая красота? А, видите? Многие знают, наверное, про ягоды кизила. То речь сегодня пойдет не об этом. Речь пойдет о том, как получить членство в фитнес-центр бесплатно в США. В моем понимании, фитнес-центры делятся на две категории. Первое – семейные и индивидуальные. Что такое семейный фитнес-центр? Это там, где обычно не только тренажеры, но есть всякие групповые классы, бибиситеры. И есть индивидуальные. Это может быть что-то только йога, или только пилатес, или только тренажеры, где вы приходите, и там никаких бассейнов нет, и вы занимаетесь, как говорится, сколько вам влезет. Но там нет возможности вам оставить ребенка с какой-нибудь няней. Так вот, есть фитнес-центры типа Gold Gym, YMCA, где вы можете оставить ребенка с няней. И членство может стоить, ну, это зависит от штата, по-разному. Я платила $67 в YMCA, у меня два ребенка, я могла сбросить бибиситтеру, мы и в бассейн ходили, и там была парная, и я ходила на пилатес, на йогу, когда мы жили вот поближе к тому району, и было зумба, и все что угодно. Так вот, если ты работаешь при фитнес-центре про таком няней, неважно кем, то ли бибиситтером ты своих детей можешь притаскивать, то ли ты там на кассе, у тебя членство бесплатное. А в YMCA вообще есть программа для бедных. Ты приходишь и получаешь финансовую помощь, показываешь свои документы, что там ты много не зарабатываешь, или ты получаешь какую-то государственную помощь в виде фудстемпов, и тогда вы будете платить 50% как за классы по плаванию, как за... вот эти все баскетбольные, там футбольные, бейсбольные, тренировки вашего чада, вы не будете платить полную сумму. То есть там 10, если там, например, $70 за месяц члену это стоило, там я платила, чтобы мой там сын баскетболом заниматься, за месяц $70, то вы будете там 30 платить, если у вас низкий доход. То есть действительно фитнес-центр в Америке может быть бесплатный или почти бесплатный. А летом эти все фитнес-центры в YMCA семейные проводят лагеря. И если вы показываете, что вы мало зарабатываете, то и лагерь у вас будет стоить чуть ли не 3 копейки. Добро пожаловать в Америку, в страну молочных рек и кисельных берегов. До новых встреч. Заряжаю вас на весну. Всего доброго. Пока.